совершенно маленький, совершенно предметный доклад о завлекательной истории, связанной с происхождением пера. Но сейчас мы с вами хорошо знаем, что существует огромное количество очень интересных, содержательных находок из Леолина, которые чрезвычайно расширили наше представление о протоперьях. Под протоперьями в Китае, то есть вслед за Европой и Америкой, в современном таком, скажем, морфологическом мире подразумеваются некие палочки и ниточки, которые вот здесь как раз видны. В данном случае материалы из углей Канады. То есть такие отросточки тоненькие. То есть западные ученые представляют себе, что протоперо – это любой вырост, который торчит из дермы динозавров или каких-то более архаичных существ, которые можно выдавать за перо и дальше выводить из этого протопера, то есть некого выроста абстрактного, дальше все события. Проблема сложная, и несмотря на огромное количество находок динозавров оперенных, самых разнообразных, проблема остается подвешенной, потому что начальные фазы этих событий, как образование таких сложных структур, как перо, неизвестны. В чем же дело? Что сегодня, в каком состоянии проблема? Проблема в таком состоянии, что вот здесь представлены все версии так называемых протоперьев, имеется в виду с 1 по 6, которые предполагают, выглядят так, как нарисовано на картинке. Это реконструкции, поскольку в основном их находят вот до этого уровня. Вот это смелые авторы прорисовывают, несмотря на многочисленные находки, базальных частей так называемых протоперьев или филаментов, филаментоподобных образований, до сих пор не найдено. Результат превосходит ожидания. Существует широко известный, используемый даже в преподавании зоологии, модели возникновения пера у птиц. То есть о чем речь идет? Знаменитая работа, которая многократно приводилась, Брама и Браша, Суи и Маккеллора, они, собственно говоря, ничем между собой не отличаются. Ну, только цветом картинки и нажатием туши или мышки на компьютере. Почему? Потому что это все одна и та же схема, в которой предполагается, что было нечто такое вот торчащее из дермы, почему-то с полостью внутри, неизвестно откуда взявшееся. А дальше смелые гипотезы возникают, из которых там быстро все разветвляется в разных вариантах, возникают вторичные там, третичные образования, то есть бородки, и превращается все это в перо. Вот такая волшебная картинка, качует из учебника в учебник. А самое главное событие, почему возник вот этот полый зуб или протоперо, гипотетически во всех работах, ответа нет. Собственно говоря, такая прелюдия нужна для того, чтобы понять достаточно хорошо то, что является сутью доклада, то есть нашими материалами. То есть на сегодняшний день модель возникновения пера из прото каких-то протоперьев, протониточек, выглядит примерно таким образом. Значит, когда многослойный, двухслойный эпидермис через вошедший вовнутрь мезенхимы образует некий такой вырост, покрытый чехликом, который превращается в первичное перо птиц, что хорошо всем известно, везде описано. Значит, вот где-то здесь находится то, что называют на Западе протопером, и выдают в виде вот этого рога, торчащего из дермы. Значит, на эту проблему повлияли наши исследования, которые проводились в Забайкальском крае. Это как раз наша экспедиционная точка, которую мы вместе с местными геологами и совместно с Владимиром Рудольфовичем посещали и работали на очень интересном местонахождении Кулинда, который датируется примерно 145 миллионами лет, то есть намного старше большинства леолинских находок, да и большинства многих динозавров, и сосредоточены на таких трех шурфах старинных, на которых случайно местный геолог нашел отпечаток кости. Оказалось, что место достаточно интересное, а динозавры, которые там были найдены, представляют собой сложную группу из четырех видов, это выяснилось только сейчас. Но материал сам достаточно убогий, это отдельные отпечатки вот в таких вот слоях, которые приходилось добывать, раскапывать и колоть. Но главное не в этом, главное то, что было найдено. А найдены были достаточно плохие, фрагментарные останки, которые благодаря только большой работе, многолетней, удалось идентифицировать с четырьмя видами динозавров.
У двух из них, как мы подозреваем, были перообразные образования, но не совсем не то протоперо в виде ниточек, которые обычно выдают в западных работах за протоперья, а щетинки. Почему? Потому что нам несказанно повезло. Этот материал оказался таким разнообразным, несмотря на фрагментарность, что позволяет подойти к решению проблемы образования вообще перообразных структур у рептилий, а потом и у птиц. В чем дело? Мы нашли много линичных шкурок, которые на самом деле смывались, видимо, водой и захоранивались отдельно. И в результате мы увидели не просто некоторые щетинки, которые можно идентифицировать с протоперьями, а настоящие забавные такие конгломераты, когда щетинка и базальный слой. Мы сначала долго сомневались в их единстве, но сделав рентгеновскую микротомографию и рентгенофлюоресцентный анализ, кристаллографию, убедились, что да, это действительно единое образование, и вся эта структура и образующиеся филаменты, как называют буржуи, или как мы называем щетинки, они являются единым целым вместе с чешуей. То есть чешуйчатое основание нам досталось в виде некоторого вишенки на торте, потому что мы смогли таким образом оценить, как это все происходит в дерме, за счет того, что это были линичные шкурки, эмоцерированный материал. В результате что мы видим? Мы видим, что у нас есть длинные щетинки, то есть у нас получается чешуя, щетинковая чешуя, которая имеет довольно сложную форму, и в некоторых случаях, как здесь хорошо заметно, она еще и немного изгибается. Все разнообразие показано на этой картинке. То есть, видите, с многими щетинками достаточно плоская чешуя, низкая, то есть она в основном погружена, вот эта часть, в дерму, а все остальное торчит наружу. То есть западные работы ничем не хуже, чем наши, вопрос только в том, достается базальная часть исследователю или нет. Нам повезло, нам досталось. Значит, сравнение в тех случаях, когда нам материал доставался совсем хороший, то есть когда у нас элементы костей конечностей, и сразу же здесь лежит вот эти дермальные образования, то есть базальная часть чешуи и щетинки. Можно оценить было даже направление, размер. Эти щетинки составляли до 80 мм. То есть это такие лохматенькие невысокие динозавры, где-то около метра, которые, естественно, не для тепла ее выращивали, а как мы понимаем, что это основная задача этих конструкций. Это механорецепторы кожные, которые увеличивали объем, особенно при ночной или водной охоте, объем пространство, которым сканируется пища. Мы не нашли, к сожалению, несмотря на самые разные исследования, и рентгеноструктурный анализ, сканирующую трансмиссионную и рентгеновскую микроскопию, мы не нашли никаких следов, широко известных в литературе, различных типов меланофоров, которые находят в перьях птиц. Ничего такого нет, хотя пигментация нами отмечалась, она разная, то есть бывала и светлая, и темная, но никаких аналогов современных, на которые мы видим в коже современных рептилий, мы не нашли. Что же из себя представляет этот материал? Оказалось, что существует много достаточно фаз, нам повезло. Есть не только щетинки, щетинковая чешуя маленького размера, с маленькими вырезами, но и длинная. Здесь она реконструирована и образует такие поля, которые соответствуют как раз тем линичным шкурочкам, которые мы находили. Причем мы нашли почти все фазы, то есть когда они только начинают образовываться, и в конце, когда замирает. То есть из этого материала делается вывод, что существуют, особенно погибших животных, существуют варианты, когда эта щетинковая чешуя растет. Расти она начинает с щетинок, и в самом конце этого морфогенеза базальная часть, пролиферативная, быстрее всего сливалась. То есть что происходило? А происходило следующее. Образуется зона пролиферативная, недифференцированная, затем частичные зоны пролиферации, которые формируют такие щетинки, то есть зародыши щетинок, которые высовываются наверх. В конце этого морфогенеза сливается зона пролиферации и растет, собственно говоря, сама чешуя, ее базальный слой. Вот такой этап. И, судя по линичным шкуркам, они слущивались, то есть выдавливались линичными образованиями, то есть следующим слоем, и оказывались у нас в исследовании, поскольку смывались и накапливались. Вот эти все события позволили нам реконструировать парочку как раз зверей из Куленды,
которые выглядели примерно вот таким образом, поскольку на разных частях тела разная длина вот этих самых щетинковых чешуль. Но самое интересное началось дальше, когда мы стали очень внимательно анализировать форму, геометрию самих этих чешуек. То есть как они выглядят. Ну, понятно, что из них торчит. Но было замечено, что многие из них полусвернуты. И развивая мысль о том, что, может быть, это есть некоторый прообраз будущего перообразного зачатка, мы стали сравнивать их и, набрав достаточное количество материала, пришли к следующим выводам. Что быстрее всего наша эта щетинковая чешуя, пока на плоской, тут все понятно и хорошо, но когда она свернута и имеет от 5 до 8 таких щетинок, то есть зон роста, она очень сильно нам напоминает то, что мы имеем в эмбриональном сосочке птиц при формировании пера. Действительно, на ранних личиночных шкурках мы напоминает что-то в таком роде, а, собственно говоря, щетинки, они совпадают по расположению с базальной частью закладки эмбрионального пуха, когда у нас закладка асимметрична, и мальпигиевые стержни образуются довольно отдельно. Если мы вернемся к тому, как выглядит на сегодняшний день эмбриология пера, то выглядит примерно так. После закладки вот этого первичного сосочка образуются мальпигиевые стержни, которые в случае пуха, значит, симметрично сверху и снизу, и сбоку, слева и справа, и формируют действительно первичные бородки пуха птиц эмбрионального. В тех случаях, когда стержень формируется одиночный, асимметричный, мы имеем впоследствии перо. Что мы видим при реконструкциях нашего материала? А, в общем-то, похожие вещи, только здесь решается одна из крупнейших проблем эмбриологии, связанная с тем, что мальпигиевый слой и мальпигиевый эпителий происходят из разных зачатков, потому что всех всегда эмбриологов во все времена, столетия назад, удивляло, почему же это при закладке такого образования, как пух или перо, у нас мальпигиевые эпители внутри не смешиваются с мальпигиевыми стержнями, из которых образуются бородки. Ну, если мы смотрим на ту модель, которую мы предлагаем к рассмотрению, то здесь все понятно. Тогда плоская такая, полуплоская чешуя щетинковая сворачивается, образуется внутренний слой такой же эктодермальный, никакой не мальпигиевый. Мальпигиевые стержни оказываются в середине, и переход на высоких уровнях вот до этой фазы мы видим, значит, переход уже к замкнутой круглой структуре с непонятно как удерживающейся в нормальном пере паренхимой с сосудами достаточно объясним. То есть в крайнем случае не возникает формальных противоречий с тем, что мы видим у птицы, как это может произойти при переходе от щетинковой чешуи к примитивному протоперу. То есть под протоперу мы понимаем образование, похожее на первичный пух, эмбриональный пух птиц. Значит, вот этот материал, поэтому здесь я специально привожу самые разнообразные версии, самые разнообразные щетинковые чешуйки, которые были найдены в разных местах, разным размером. Они, кстати говоря, по линейным размерам каким-то странным, но приятным способом совпадают с мальпигиевыми стержнями современных пуха, современных птиц, да и перьев тоже. То есть, восстанавливая картину мира, можно примерно так представить себе интерпретацию того материала, не бесспорную, сразу скажу, того материала, что мы нашли. То есть быстрее всего, да, действительно, весь морфогенез кожных дериватов происходил по широко известной схеме, в том числе образуя щетинки без чешую без всяких щетинок. Все здесь нормально, и там как у обычной, даже той же самой гадюки, о которой только что говорили. Но дальше вариант перехода к перу или к пуху является очень проблемным, потому что непонятно, откуда взялась вот эта полость внутри этого рога, который рисует во всех работах. Если мы допускаем, что кулиндинские динозавры демонстрируют нам некий вариант, возможный только вариант, сворачивания щетинковой чешуи в некую трубочку, тогда дальше все легко объясняется. Вот эти вот варианты, собственно говоря, мы видим. Тогда все становится понятным. Сворачивается трубочка из щетинок, в виде щетинок, принадлежащих чешуе. И с двумя вариантами, если образуется специальный асимметричный стержень, то это будущее перо птицы. Если не образуется,
то тогда это пух. То есть из этой конструкции щетинковой чешуи, которая погружается в процессе морфогенеза в дерму и образует полость, мы можем разрешить три проблемы. Первое, откуда взялись бородки, почему мальпигиевый слой внутренней эпителия не является сливающимся с этими бородками, а наоборот разделяет его. Откуда взялась паренхима, потому что она оказалась поймана внутри. И откуда берутся сосуды, если мы предполагаем возникновение пера из некой полой структуры. То есть сама полость и сам прообраз пера таким образом находит свое объяснение. То есть вот на этом я позволю себе закончить. Спасибо за внимание.